Друзья, всем привет! С вами Тамара, и сегодня будет обзор моих облани, часть вторая. И давайте начнем, будем рассматривать. Первая огланема – это сорт. Менялась я на розовую принцессу, деточку. Сорт огланемы Амалия. Сорт огланемы Амалия, но видите, чем-то этот сорт похож на огланему Крит. Ну, вот только посветлее. Вот эта кайма, окантовка листвы такого вот оранжево-розового цвета. Растет не очень быстро. Наверное, где-то может быть огланема выросла сантиметра на 3-4. Вот эти листочки уже она распустила, раскрыла у меня дома. И корневая тоже как бы развивается. Не особо видно, но видите, корешочки есть, светлые корешочки есть. В общем, огланема прижилась, но это уже было давно, где-то, наверное, месяца два назад или три даже, я точно не помню, когда был обмен. Растет. Дальше огланема Крит. Точно такая же была у меня огланема. Свою я продала, у меня эта огланема тоже на обмен. Я не помню, на что уже поменялась. Видите, какие корешочки у Крит. Прямо супер. Супер корни. Такой вот окрас листьев. Темно-зеленый. И центральная жилка красная. Где-то розовая. Окантовка красного цвета. Или тоже розового цвета. Листвы. Считала, что огланема Крит вообще неприхотливая, она распространенная, но, к сожалению, мое крупное растение, у моего крупного растения огланема Крит загнил ствол, загнили корни, и, похоже, я перелила. И поэтому мне удалось спасти макушку, укоренить, а это вот уже огланема на обмен. Я решила эту огланему на обмен оставить у себя, а свою я продала. Вот еще одна малышка. Красивая суматра у меня была. Я решила обрезать макушку. Макушка у меня, друзья, не укоренилась. А вот там еще была прикорневая деточка. Вот прикорневая деточка, слава богу, я сумела укоренить вот такие корешочки. Тоже оказалось укоренение. В плане укоренения суматра капризной. У нее такая особенность. Листочки и немножко формой лодочки. Они немножко загнутые или вогнутые. Вогнутые, скорее всего, вогнутые. Вовнутрь. Удалось спасти, я тоже довольна, друзья. Огланема триколор. Нет, биколор. Макушку срезанную я продала. У меня купили. И после обрезки макушки вот пошли два ростика. И была еще прикорневая деточка, я тоже отделила. Укореняла в воде. И вот такие вот корешочки у биколор. Красивая огланема, зеленая. Прибавляет зеленый цвет. И вот такие серые разводы на листочках.
Дальше из того, что я еще укореняла, сорт Aglaonema Animani White. Очень красивый сорт. Ну, вот тоже очень капризный оказался в плане укоренения тоже. Сейчас уже вот видны корешочки, но вот этот пенечек у меня стоял с прошлого года, почти что целый год. И вот весной только начали появляться носики, росточки, и вот два ростика пошли в рост. Ну, еще эта Aglaonema очень любит портить листья. Такая вот жидкость на обратной стороне появляется, сиропообразная. И потом листва потихонечку засыхает. Ну вот с этим я борюсь. Протираю листочки раствором марганцовки. И вроде как помогает. Дальше уже у меня новиночки пошли. Заказывала малюсенькую Aglaonema, малюсенький череночек, зиркон. Два вот эти листика она уже у меня выпустила. Один вот совсем еще светленький. Ну, идет. Рост идет. Таких вот новых корешочков я не вижу. Друзья, извиняюсь, тут шумят. Ремонт. Надеюсь, что не так будет. Слышимость от ремонта не будет такой прям явной. И вот такой, видите, совсем белый, пока еще нежно-розовый листик. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кому интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Продолжаю видео. Немножко подождала, пока перестали шуметь. Aglaonema Boxing. Недавно я получала. Вот она, Aglaonema Boxing. Я ее макушку обрезала, потому что череночек такой был немножко загнивший. Я получила такой же и решила срезать, потому что все равно со временем, я думаю, все равно, друзья, повторяюсь, со временем все равно череночек бы полностью загнил, потому что у меня уже был такой пример и с Aglaonema Sumatra, и с Aglaonema Crete. И решила я просто вот пенечек укоренить. Видите, пенечек выдал рост. Ну, а корни тут особо я новых корней не вижу. Это вот старые корни. Но то, что росточек есть, это очень даже хорошо. А макушку я срезала и решила оставить укоренять воду с углем. И вот недавно, совсем недавно, на той неделе появился корешочек. Вот такой вот еще маленький. Ну, уже процесс пошел, значит, корешочки появятся. Вот такой вот листик, с таким крупным листиком. Листом я получила это растение. Лист Aglaonema отсушивает. Он уже, видите, такой подпорщенный. Уже весь немножко пожелтел. Ну, а этот листик пока еще зеленый. Вот такой вот окрас. Крупными листьями будет Aglaonema. И я думаю, что она будет крупномером. Ну вот, из маленьких моих укореняшек, друзья, пока все. Недавно тоже я получала Aglaonema. Aglaonema узколистная. Это White Lens. Или белая стрела по-другому. С такой вот молочно-зеленой листвой и с темной окантовкой. Пересадила свой грунт. И пока я вроде как корешочков новых не вижу, но то, что были корни, они все-таки зеленые, значит,
Все прекрасно с аглонемой. Вот такая вот узколистная аглонема. Новый листик растет. Все должно быть хорошо. Из недавно полученных тоже, ну как недавно, может быть месяца два назад, уши слона. Ну, на данный момент это моя любимая аглонема. С такими вот кожистыми листьями уши слона, потому что видите, как бы кончик листочков немножко такой заворачивается, как уши слона, и поэтому такое название. Аглонема среднего размера. Пересадила я в свой горшочек и свой грунт. И вроде пока все хорошо. Новый листик там виднеется. Ну, сегодня соседи у меня шумят. Кто-то в окошко кричит, кто-то ремонтом занимается. Вот так вот, друзья. Красавица, уши слона аглонема. И моя триколор после обрезки макушки выдала два ростика. Ну, пока как бы не очень хорошо растет и тоже немножко портит листочки. С обратной стороны сиропообразная жидкость. Тоже протираю раствором марганцовки. Это вот совсем что-то такая, листочек такой. Какой-то он такой вот узкий. Узкие листочки. Ну, я собираюсь пересадить эту аглонему в другой грунт и посмотреть корни. Ну, а вот окрас листьев, конечно, изумительный. Очень красивый. Аглонема триколор. Вот, друзья, обзор моих аглонем. Вроде бы все, ну нет, не все еще. Там у меня некоторые пенечки стоят. Выдали малюсенькие листочки. Я их пока не стала снимать. Сниму их в следующий раз. Ну, на сегодня, друзья, все. Всем самого хорошего, доброго. До свидания.